Однажды смешарики получили письмо с приглашением на телестудию для того, чтобы дать интервью популярному телеведущему и поучаствовать в ток-шоу. Они с радостью согласились, но не все было так просто. Чтобы попасть на телестудию, они приехали в большой город. А вот и наша автобусная остановка. Здорово, покатаемся на автобусе. Крош, стой, это же город. Здесь очень опасно, и все надо делать по правилам. Ёлки-иголки, а как нам попасть на другую сторону? А вот светофор, он нам поможет. И как эта гирлянда поможет нам перейти дорогу? На красный свет дороги нет. И идти нельзя. Желтый свет — сигнал приготовиться. Дальше зажжется или зеленый, или красный свет. Зеленый свет разрешает идти. Поэтому нам нужно дождаться зеленого сигнала, и можно переходить дорогу. На какой свет можно переходить улицу? Молодец, все правильно. А я слышал, что дорогу нужно переходить по зебре. Какую зебру имеет в виду бараш? Да, именно так обозначается пешеходный переход. А правда, похож на зебру. Так вот эта зебра прямо перед нами. Отлично! Дождемся зеленого сигнала и переходим. Идем быстрее, пока горит! Теперь смешарикам предстоит доехать на автобусе до парка. Регулировщик. Благодаря тебе смешарики быстро добрались до пункта назначения. Пора выйти из автобуса и продолжить маршрут. Ты сможешь позднее поиграть в эту игру, вызвав ее из коробки игр. Отлично, доехали! Нам туда! Только нужно как-то обойти эту махину и перейти на другую сторону. А пешеходного перехода поблизости нету. Здесь ведь нет светофора. Надо внимательно смотреть, чтобы не было машин. Куда надо смотреть при переходе дороги? В небо. На Нюшу. Сначала налево, потом направо. Правильно. Сначала надо посмотреть налево. Убедиться в том, что нет машин, дойти до середины дороги и посмотреть направо. Если и там нет машин, то можно идти дальше. Ух ты, какой железный! Как бы попасть в парк? Пошли быстрее, пока эта железяка стоит на месте. А дальше парк! Там все просто!
Гонки на роликах. Ой-ой-ой! Ай! Ой-ой-ой! Отлично! Парк остался позади. Вперед! К новым приключениям! Ты сможешь позднее поиграть в эту игру, вызвав ее из коробки игр. Ух ты! Проехались на роликах, а теперь под землю, на движущейся лестнице! Все не так просто. Видишь те штуки? С этими чудищами надо как-то договориться. А, ерунда! Это турникет! Чтобы пройти, нужна, как ее? Волшебная карточка! Во, магнитная! Ну, давайте попробуем. Это эскалатор. На нем действуют свои правила. Надо стоять у справа и держаться за поручень. А еще там нельзя бегать и прыгать. Ну что ж, тогда просто посидим на ступеньках. Сидеть тоже нельзя. А что же тогда можно? Спокойно стоять и держаться. Лестница сама привезет нас вниз. Смотрите-ка, а
Что это за странная картина? Что видят перед собой смешарики? Это правильный ответ. А, ну ладно, все понятно. Идем скорее на поезд. Нельзя заходить за ограничительную линию. Можно упасть вниз. Кстати, здесь бегать тоже нельзя. Вообще метро не место для игр. Осторожно, двери закрываются. После этого объявления нельзя ни заходить, ни выходить. А кто это сказал? Ой! Еще легко отделался. Могло бы всего защемить. Ну, вроде, поехали. Идем туда. Студия в той стороне. А я думаю, нам в ту сторону. И вообще не надо было из метро выходить. Джентльмены, не ссорьтесь. Ух ты! Нюша, а где ты была? Я? В своей гримерной. Все звезды перед съемками на телевидении приводят тебя в порядок в гримерной. Я сконструировать дэн автомобиля! Айда ко мне! Хе-хе, прокачу! Есть знак, движение пешеходов запрещен. Хорошо, что мы на машине. О, велосипед! Куда дальше-то? Такая большая стрелка означает, что машины едут только в одну сторону. То есть вперед, как и мы. Блин, осторожнее, здесь могут быть дети на дороге. Я вижу. Смотрите, Копатыч местный огород копает. И стрелка показывает, где морковка растет. Это не огород, это ремонт дороги. Здесь может быть большая яма. Правильно, давайте лучше объедем, а то вы забрызгаете мое платье своей дорогой. Может, срежем дорогу? Вот и знак, а красное — это, наверное, телестудия. Найн, это есть тупик. Там нет проезда. Если мы повернем, придется возвращаться. И при чем здесь велосипед? Это как на светофоре. Красный — значит нельзя. Верно, для велосипедистов здесь очень опасно. Поэтому здесь движение на велосипедах запрещено. Все, дальше я не могу. Проезд капут. Что означает этот знак? Это правильный ответ. Дальше только пешком. Твоя задача – помочь отсортировать знаки на складе. На складе хранятся знаки следующих типов – предупреждающие, информационные, запрещающие, предписывающие и служебные таблички. Ты можешь менять местами два соседних знака, но только если при этом поставишь три знака в ряд – вертикальный или горизонтальный.
Чем больше линий подряд ты уберешь, тем больше очков за ход ты получишь. Эта полоска показывает оставшееся время игры. Время прибавляется каждый раз, когда исчезают знаки. Игра заканчивается, если ты больше не можешь сделать ход или у тебя заканчивается время. Три в ряд. Увы, у тебя закончилось время. Придется начинать сначала. Отлично! Ты справился с этим заданием и лучше запомнил знаки. Теперь пора на телестудию. Ты сможешь позднее поиграть в эту игру, вызвав ее из коробки игр. О, смотрите, мячик! Давайте поиграем! Давай-давай! Только чур я первый кидаю, а ты лови! Стойте! Никогда, ни в коем случае нельзя играть на дороге! Вы же могли попасть под машину! Мячик! Жалко! А вот наша телестудия на другой стороне. А дорога такая широкая. Как же нам перебраться? А давайте воспользуемся подземным переходом. Это самый безопасный способ перейти дорогу. Здорово! Чтобы попасть на телестудию, мы пройдем прямо под дорогой! Телестудия! Идемте скорее! Ну что, готовы? Идемте!
Здравствуйте, уважаемые телезрители! У нас в гостях супертелезвезды Смешарики! Тема нашей сегодняшней игры – правила дорожного движения. Нашим гостям будет предложено ответить на несколько вопросов по правилам поведения на дороге. Наш специальный компьютер будет следить за правильностью ответов. И если все они будут правильными, то игроки получат специальный сертификат «Я знаю правила дорожного движения». Итак, если вы готовы, нажмите кнопку на нашем суперкомпьютере. Ты видишь перед собой вопросы викторины. Как только ты ответишь на один вопрос, ты можешь перейти к следующему вопросу. Чтобы ответить на вопрос, выбери верный, на твой взгляд, вариант ответа. Если выбран правильный вариант, ты сразу переходишь к следующему вопросу. Ты выигрываешь в игре, если ответишь правильно на все вопросы. Так что ты должен отлично знать правила дорожного движения. Викторина. Ты подтвердил свои блестящие знания правил дорожного движения. Молодец! Смешарики показали себя настоящими знатоками правил дорожного движения. И им вручается наш главный приз – сертификат «Я знаю правила дорожного движения».